Им тяжело вспоминать свое детство, но и забывать о нем им нельзя. В зрительном зале Дворца ветеранов бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. Почти 80 лет назад они пережили страшную трагедию. Теперь собираются, чтобы поддерживать друг друга. Нам прежде всего общение – это одно. А во-вторых, важно это то для нашего будущего поколения. Потому что мы люди, которые перенесли войну 41-45 годов на своих плечах от и до. И мы единственные остались, кто в живых, еще оставшиеся, да, можем сказать правду о том, что такое фашизм. Что такое жестокость и что такое война. Сейчас в городской организации 112 человек, но не все из них могут выходить из дома. Для собравшихся выступили школьники, а также творческие коллективы Самарского дворца ветеранов. Те люди, которые сами видели все ужасы фашизма, прошли за стенки лагерей, трудности, видели смерть, видели лишения, видели гибель родных и близких. И в преддверии великого праздника, Дня Победы, именно для них сегодня наш праздничный концерт. В Самарском дворце ветеранов это одно из событий в череде памятных мероприятий. Праздники, концерты, торжественные акции, а также выходы на встречи со школьниками будут проходить как в преддверии праздника, так и после него. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.